этого замечательного спортивного коллектива Ярослав Ярославский Станислав Анатольевич, тренер клуба «Тигренок». Они так называются, «Тигренок». Как вы думаете, вы сегодня нуждаетесь в такой защите или нет? Я думаю, что с нашим маяком ничего не случится, если у нас будут отдыхать вот такие ребята. Еще раз провожаем аплодисментами. Спасибо, молодцы. Ну, а на сцене Юлия Малышева, которая исполнит замечательную песню. Thank you.
Вы нам понравились. Понравились? Понравились, да. Да. Награждается почетной грамотой Ярославский Игорь за моральную и физическую помощь вожатым. Прыгай через костер. Награждается Доценко Костя за излишний избыток энергии. Браво! Почему вы так поддерживаете плохо? А ну похлопали! Награждаются Грандалуш Анастасия и Гопич Алина за умение поддерживать женский дух в сутом мужском коллективе. Молодцы, девчонки. Настя, покажись. Настя, выйди на свет. На свет. Помаши ручкой. Это у вас последний герой. Венашвили Ника за редкую, но очень милую улыбку. Где же он? Браво! Обязательно! Награждаются Кузнецов Влад, Ивченко Женя, Касымов Шарух за сдержанность, спокойствие и скромность. Ура! Ребята, вы хлопаете все, наверное! Женя Ивченко. Держи. Спасибо. Рух. Молодец. Молодцы! Скромняги. Награждается Грандалуш Артур за взорность и улыбчивость. Вниз! Нет. Ни за что, никогда. Награждаются Гопич Влад и Казанюк Вадим за умение быстро и качественно поднять настроение. Ну, блин! Ты что, хожу в море? Какой-то прикол сказал. Ну что, пацаны? Прикол будет с сосисками. Награждается, это внимательно слушайте всем, Гризан Дима за умение влезать в разные несуразные ситуации. Ура! Не усугубляй. Награждается Черненко Валентин за умение обольщать девчонок с разных отрядов. Он белый и пушистый. Награждается Кузякин Эдик за то, что он является самым непоседливым ребенком отряда. Браво! Молодец, держи. Кто это писал? Пушкин. Ну не наступай. Награждается Суримов Денис, мальчик, которому все и всегда интересно. Ура! Браво! Награждается Данечка, как лучший пират лагеря. Данечка. Молодец! Награждается Лапа Влад за настойчивый взгляд и характер, за умение всегда добиться своей цели, несмотря ни на что. Награждается Саверянский Влад за умение сохранять хорошее настроение в любой ситуации. Молоток! Это правда. Саверянский Влад – человек-улыбка. Награждается Гусев Олег за умение серьезно рассуждать, несмотря ни на какую ситуацию. И награждается Бурдейный Женя за бесстрашность, особенно с мелкими млекопитающими. Женя, помнишь свою? Это я. Женя, укротитель гусениц. Руку пожми мне сначала, не переживай, отдай ты рано. Награждается клуб «Тигренок», занятое второе место в конкурсе песчаных фигур. Ура! Ура! А кто капитан лепителей? Давай, Олег. Главный лепила Гусев Олег. Все, давайте, да, вот ее лепил, я вам скажу. И в конце концов награждается и благодарится 7-й отряд «Тигренок» за прекрасно проведенное
14 дней. Спасибо вам, ребята, мы вас очень-очень любим. Это мне. Это моя Надинка. Да. Спасибо. Это туда. Спасибо. И вам спасибо за все. Спасибо. Мы еще забыли одного парня. Да, еще мы забыли Лешу. Так давайте его хотя бы сейчас поздравим. Награждается Василенко Алексей за что? За тягу к анатомии. Ну да. Действительно. Не дай бог каждому. Алеша, привет! Так. Спасибо, вожатым! Спасибо! Гиб-гиб! Ура! Атагай нирей! Можно кушать. Раз, 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 два, три! Там тебе дам, тебе дам, папа! Город без гроша оставили. И хоть бы что, песни горланят. Да ладно, ба, хорошая песня. Там тебе дам, тебе дам, папа. Если сила есть, ум не обязателен, да? Да. Пара тяжеловесов. Ну давай, белый и пушистый. Артур! Артур! Я вообще не дрался. Артур! Пора просыпаться. А что у тебя с коленом? Покажи. Болит. Болит? Вот так болит? Так болит? Да, так. Ужас какой. Хорошо. Настя, чего волнуешься? Что? Что все, кто болеет, уезжают домой. Так. Настя. Что теперь? Там спрашивают, и маму обещал привезти. На горке кому-то показать. А я просто волнуюсь из-за того, что вдруг я замкнусь
і буду просто стояти на сцені. Все болить. Тише, он тебе... Меня повалило землю, и стал меня бить, я ему порвал шорты. Я ему взял не малыша, а Майкина, всего ты порвал ему шорты. Мне не ногой. А чем ты? Ты рукой в пах ударил? Только что ты говорил ногой. Хорошо. Он первый, а второй, третий. Я никакой. Почему? Снимите меня. А почему никакой? Я кину за потому что мне это сказал друг, что я должен завтра выступать. Почему? Не знаю. Снимите. С личным комитетом среди женщин весовой категории до 60 килограммов. И Владик. Собрались ехать без своих сестер родных. А ну, Владик, расскажи. Это нормально? Вообще, по-человечески? Ты куда собрался ехать сейчас? Ты почему хотел уехать? Как ты не хотел, а это что? Владик, смотри, это твои лахи, вот эта машина, в которую ты уже садился. Почему хотел уехать, расскажи. Хорошо, что у нас с собой камера. Расскажи, почему хотел уехать? Что тебе тут не нравится? Ну, скажи правду. Правду, говори. Один камень, один мальчик пришел и сказал, что похож на воробья без головы. Леш. Просто. Что? Нечего сказать. Чем мигает лампочка? А Ника что стоит, что ждет? Насморк, расскажи, покажи язык. В камеру, покажи язык. Какой влажный язык, кашель. Температура сколько? Ты к доктору обращался? Он говорил, что кто Артур. Сейчас об этом. Побьет? Да. Зачем? Да. Бурдель, лево на поле! Мне больше понравилось, как мы издевались над Барсом, что в туалетах живут какие-то чудища. Такое только два дня назад начал ходить в туалет. А так ссал с балкона. И один раз нассал прямо на тебя голову. Меня. Короче, Артур говорит, уходи из... Эдик, ты чего волнуешься? Стоп! 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 Ну как горка? Расскажи про горку. На сцену! Уважаемые зрители, я хотела вам сказать, что... Руководитель этого замечательного спортивного коллектива Ярославский Станислав Анатольевич, тренер клуба «Тигренок». Они так называются, «Тигренок». Но их тренер, самый главный тренер по карате в Украине. Я знаю, что он сейчас сидит у нас в зале, и я бы хотела у него спросить, можем мы сегодня?